Правоохранители предотвратили незаконное перемещение подакцизных товаров через границу. Группа нарушителей, которая пыталась переместить из Приднестровья в Украину партию табачных изделий на подводе, остановлена в Одесской области. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы. Для задержания правонарушителей офицерами внутренней и собственной безопасности, оперативными сотрудниками Южного регионального управления Госпогранслужбы, пограничным нарядом от мобильной пограничной заставы Поддольск и сотрудниками СБУ было организовано перекрытие вероятного направления их движения. В результате недалеко от населенного пункта Топ-Алы, в нескольких сотнях метров от линии границы, правоохранители задержали трех граждан Украины на гужевой повозке с 15 ящиками сигарет. 10 ящиков было без акцизных марок и 5 с акцизными марками Молдовы. Задержаны привлечены к административной ответственности за нарушение государственной границы и за нарушение пограничного режима. Сумма оценки изъятого товара составила более 180 тысяч гривен.